Место выбрано не случайно. Некогда на этой небольшой площадке на пересечении улиц Красноармейская и Виноградная стоял храм Николая Угодника. Молитвы этому святому здесь возносились вплоть до 1912 года. Об этом свидетельствуют исторические документы. Разрушили его во время гонений на церкви. После здесь был построен безалкогольный завод, а позже и известный сочинский пивзавод. Сегодня это место заполонили новостройки. Православные горожане и сочинское духовенство решили восстановить историческую память. Если храм стоял на месте, конечно же, это не может быть забыто. Тем более людьми верующими, тем более это наша история, это страница нашей веры. И поэтому, конечно же, инициатива людей, инициатива верующих людей, тех, кто почитает святителя Николая, тех, кто просто верит в Бога. Эскиз будущей стелы часовни уже готов. Начать строительство взялась компания, занимающаяся строительством высоток в этом районе. Есть и сочинцы, готовые пожертвовать средства на установку купола. Дата начала работ пока неизвестна. Но главное, отмечают активисты и инициаторы, что есть договоренность с администрацией города и благословение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Есть надежда, что эта память не пропадет. Что все-таки будет установлен этот памятный знак, это стела-часовня, небольших размеров, но тем не менее это память. Место, которое когда-то было освящено под храм, оно посвящено Богу. И об этом нельзя забывать. На праздничный молебен верующие здесь собрались в третий раз. Следующая встреча на этом же месте намечена на 19 декабря, в День памяти святого. Галина Моисеева, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.